Машинки. Сериал для мальчиков. Браво, посмотри, у меня новая машинка. Какая машинка, Коля? А я и не знаю, я такой никогда не видел. О, это замечательная машинка. Это погрузчик. Погрузчик – это специальная машина, которая помогает поднимать, опускать и перемещать тяжести. Погрузчики бывают разные. Это большой телескопический погрузчик. У него большие колеса, выдвигающаяся мачта и на ее конце зажим. Он может поднимать очень крупные и тяжелые грузы. А это тоже погрузчик? Да, это вилочный погрузчик. Он гораздо меньше, но у него тоже есть мачта. На ее конце вилы, которыми он подцепляет груз. О-о-о! Одна коробка не поместилась. Это нехорошо, ведь это чей-то подарок. Браво, смотри, он решил отвезти подарок сам. Это будет нелегко. Погрузчик – это необычная машина. Он не предназначен для долгих поездок по шоссе, а до города далеко. У погрузчика не такой мощный мотор, как у легковых или грузовых машин. Фары не такие яркие, а дворники не такие мощные. О, это, наверное, тот мальчик, который ждет подарок. Да, и этот подарок везет наш погрузчик. Коля, все четыре колеса этого погрузчика ведущие. Они делают его очень устойчивым и проходимым. Почему полицейский не разрешил ему проехать? На время праздника некоторые площади и улицы перекрывают для движения транспорта, чтобы для горожан было больше места. Тогда нам помогут музыканты! Давай! Совсем чуть-чуть! Давай! Давай же!
Укладывай груз, сейчас я его перевезу. Вот, я не такой сильный, как погрузчик. Ничего, Коля, руки будут сильнее, если будешь по утрам делать зарядку. А ты делаешь? Обязательно, Коля! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Коля, вставай! Что случилось? Он пришел! Кто? Новый кот! И где он? О! Мне шапочка! И мне шапочка! А где же Новый кот? Я, кажется, знаю. О! Ну что, он там? Не совсем. Коля, я нашла! Смотри! Ух ты! Прабу, а поехали на центральную елку? Покатаемся там на коньках. В такую погоду опасно куда-то ехать. На дорогах гололед. Гололед опасен тем, что прячется под свежевыпавшим снегом. Если не соблюдать технику безопасности, то машину на гололеде может занести. А зимой надо обязательно ездить на зимних шинах. Они не будут так скользить. И, конечно, по такой погоде надо ехать не спеша. Тогда при попадании на участок с гололедом можно будет успеть среагировать. Ну-ка, давай поможем. При такой погоде машинам между собой нужно соблюдать расстояние в два раза больше, чем обычно. Если заносит на гололеде, то водителю нужно тормозить частыми короткими нажатиями на тормоз. Лучше на каток мы поедем в другой раз. А сейчас покатаемся во дворе на санках! Ура! Вот то, что нужно. Сколько стоит? Эрик, это ты? Прабу? Эрик, я так рад тебя видеть! Столько лет прошло! О, идем со мной! Нас ждет мать всех гор, Джомолунгма! Это все уже в прошлом. Ты что? Ты же великий альпинист! Был когда-то. Иди один. Мне без тебя не справиться. Надо спасти моего друга. Спасти друга? Он там! Ему очень нужна наша помощь. Прошу тебя. А твой друг? Как так получилось, что он оказался один? Это моя вина. Мы давно с ним не виделись. Я не должен был забывать про него. Так случается. Не вини себя. Когда-то мы прошли с ним вместе через многие испытания. Я думал, что наша дружба стала крепкой, как гора, и можно больше ни о чем не волноваться. Но так не бывает. Да, теперь я это знаю. Нам надо поторопиться. Твой друг ждет нас. Хватайся за хобот!
Опускается туман. Нам надо успеть разбить лагерь. Ты ставь палатку, а я подниму остальную поклажу. Что случилось? Ты в порядке? Нога застряла в расщелине! Давай помогу! Ну, как нога? Нормально, только потянул. Завтра будет в порядке. Лежи, я сейчас согрею чая. Спасибо, друг. Ты знаешь, я часто вспоминаю наше восхождение. Столько всего было. Помнишь, как ты перепутал веревки? И вместо того, чтобы поднять тебя, вытащил альпиниста, который наоборот спускался. Помню! Раньше ты все напевал одну мелодию. Я так и не спросил, как она называлась. Трудно дышать. Здесь очень высоко. Я слишком давно не поднимался в горы. Ничего, это приступ. Надо переждать, ты привыкнешь. И дышать станет легче. Не-не-не, нельзя ждать. Ты должен успеть помочь своему другу. Иди один. Нет, мы пойдем вместе. Я не оставлю тебя. Джомолунгма! По-тибетски это значит «хозяйка ветров». Потрясающе! Это стоит всех испытать. А где же твой друг? Мне кажется, мы спасли его. Спасли? Твой друг? Так это был я? Прости, что я пропал так надолго. Ты и правда меня спас. Без твоей помощи у меня бы не получилось. Где-то там, на краю земли, друг мой по морю плывет. А в небесах друг мой другой к звездам ведет самолет. Третий мой друг ночь напролет новый сплетает стих. Дай Бог им удачи, дай Бог им удачи, а в остальном я спокоен за них. Дай Бог им удачи, дай Бог им удачи, а в остальном я спокоен за них. Коля, ты куда? Я еще очень люблю мороженое с вареньем. Есть дружка шоколада. Коля, ты цел? Вот был бы холодильник на колесах, чтобы не бегать туда-сюда. Холодильник на колесах уже существует. Называется авторефрижератор.
Как авторефрижератор? Авторефрижератор. И что, там холодно, как в настоящем холодильнике? Даже больше! Иногда температура может доходить до минус 20 градусов по Цельсию. В фургоне есть холодильная установка, которая производит холод, а специально изготовленные стенки сохраняют его. Вот почему именно авторефрижератор. Ну да, он развозит мороженое в магазины, чтобы оно не растаяло по дороге. Авторефрижератора. А что в нем еще можно возить, кроме мороженого? Мясо, молоко и многие другие продукты, которые от тепла могут испортиться. Даже бывают авторефрижераторы для перевозки арктических животных. Мама, купал! Бобры! Ба-ба-ба! Я знаю моржей. Они арктические животные. Без холода им не выжить. Директор зоопарка думает, что наш водитель хочет продать ему мороженое. Рупор, рупор, возьмите! Он съел все мороженое! Как и мы! Вот какой полезный авторефрижератор! Ребята, спросите родителей, не слишком ли долго вы смотрите мультики? Может, вам пора во что-нибудь поиграть?
Дед, а куда мы идем? Вы когда-нибудь видели чудо? Нет, не видели. Ну вот, я вам покажу. А мы сами найдем. Подожди меня. Смотрите, вот чудо. Два дерева обнимаются. Смотри, а это пещера ледяного дракона. Вот оно, настоящее чудо. Где? Такое маленькое. Это подснежник. Он такой маленький, что его никто не замечает. Но это самый первый весенний цветок. Такой красивенький. Мой друг смог подняться на Эверест. Это самая высокая гора в мире. Я так рад получить от него открытку. Браво, а как открытка добралась до тебя? О, мне ее довез почтовый фургон. Почтовые фургоны развозят почту в самые разные места по всему миру. Ведь почта нужна везде, и в больших городах, и в пустыне, и в джунглях. О, иногда найти того, кому адресовано письмо, совсем непросто. А иногда почтовому фургону приходится ехать там, где вообще нет дорог. А давай отправим открытку моей бабушке. А где она живет? На Северном полюсе. Бабушка изучает белых медведей, и у нее скоро день рождения. Чтобы доставить письмо как можно скорее, его сначала везут на самолете. В разных концах света почтовые фургоны выглядят по-разному, чтобы удобнее было доставлять почту. Поэтому на севере, где много снега, у почтового фургона вместо колес гусеницы. Но когда начинается снежный буран, даже гусеницы не помогут. Чтобы доставить почту на Северном полюсе, водителю почтового фургона приходится быть настоящим героем и ни в коем случае не терять самообладание. А еще на севере в почтовом фургоне обязательно должна быть мощная печка-обогреватель. На Северном полюсе можно увидеть удивительное явление, которое называется северное или полярное сияние. Такое красивое свечение в небе. Здесь обычное дело. Придется что-нибудь придумать. Безвыходных ситуаций не бывает. Ого! У него получилось! На Северном полюсе приходится быть находчивым. Ну как же так? Прямо всего одной капельки бензина не хватило.
Можно попробовать подтолкнуть машину. Если она покатится вниз, то доедет до самой станции. Проделала длинный путь. А помог ей почтовый фургон. Ребята, а вы кому-нибудь отправляете открытки или письма? Оторвитесь от экрана, напишите скорее письмо. Получить весточку от близкого человека так приятно. Что это вы здесь делаете? Гуляем. Но зимой гуляют не так. Зимой гуляют, как пингвины. По-пингвинячьи? Ага. Ходят по-пингвинячьи и прыгают, как киты. По-китовьи! Снег отряхивают, как моржи. По-моржиному! Ну что, поняли, как надо гулять зимой? Поняли. Ну, тогда теперь сами. Побежали по лошадиным. Побежали! Пум-пурум-пум, по-слоновье. Пум-пурум-пум, расскажешь сегодня? Про снегоуборочную. Снегоуборочная машина – это машина, которая убирает снег. У нее большие колеса, чтобы не застрять в снегу, и большой железный отвал, чтобы его разгребать. В кузове у снегоуборочной машины песок или специальный порошок.
Машина посыпает им дорогу, чтобы та не леденела. Да, без снегоуборочной машины зимой в городе никуда. Не только в городе, дружище. Внимание встречающим. Борт Санкт-Петербург-Москва прибывает через... Вот прямо сейчас прибывает. Эй! Так много, что одна машина не справляется. Но, к счастью, снегоуборочные машины всегда приходят друг другу на выручку. На снегоуборочной машине. Ходят слухи, что иногда на ней катается кое-кто бородатый. Хо-хо-хо! Ребята, хватит смотреть мультики! Лучше гулять вместе с друзьями! Зимой можно кататься на санках и играть в снежки!